10.04 в Москве, телерадиоканал «Страна ФМ». Доброе утро, друзья. Юлия Егор умей с вами. Ну, Юлечка, Влад доброе Кутузов утро. Тоже встречает это утро. Ну и мы здесь не одни сегодня, как мы обещали. К нам сегодня наш любимчик вернулся. Пришел Маркус Рива сегодня в гостях «Страна ФМ». Доброе утро, Маркус. Доброе утро. У меня прекрасное настроение сегодня с 7 утра, и Кутузов знает почему. Потому что я у тебя с пятницы уже жду. Даже не с пятницы, с прошлого понедельника я ожидаю твоего прихода. Мне тогда тоже настроение сразу поднималось, потому что утром, когда я посмотрел, что в Москве 4 градуса, был такой, ладно, понедельник, все, но сейчас прямо тоже мне все хорошо. Мы отогреем тебя. Юль, у тебя пока не было, вот еще Маркус сказал, что у него самый большой облом был совсем несколько дней назад в душе. Во сне ему приснилось. В душе или в душе? Не, в душе. Во сне ему приснилось, что апрель, говорит, открывай глаза, а сентябрь вот это вот плюс 5, и вот еще полгода впереди. Самое ждать. Главное, что тебе не приснилось, а это чистая правда, ведь у тебя новый клип и новая песня, которая называется «Пьяная голая». Сейчас правильно я сказала, все места не путаю. Можно и так, и так. Давай так, давай правильно. «Пьяная голая». И сегодня в эфире телерадиоканала «Страна ФМ» пройдет официальная премьера и клипа, и нового трека Маркуса. И Маркус расскажет, зачем он наконец-таки разделся, ходу слухи. Ну вот, можно сказать. Вернее, так, давай так. Зачем, мы понимаем, ты это сделал? Почему ты так долго этого не делал? Вот вопрос. По-моему, в каждом клипе что-то снимаю, но здесь чуть побольше, потому что все равно песня более такая романтичная. Несмотря что такое провокативное название, все-таки песня медленная, потому что до этого я часто выпустил такие более танцевальные и песни, а вот сейчас хотел все-таки чуть поменять бит и написал такую. Не то, что грустная, она не грустная, она такая романтичная, лиричная песня, да? Лиричная, да. То есть можно сказать, заявлять сегодня вот на всю страну, что это новое звучание Маркуса Ривы? Можно, да, можно, все равно, это такой чуть другой Маркус, и было очень интересно записывать эту песню, потому что, когда я приехал в студию, я совсем после какого-то концерта весной потерял голос. Я такой приехал, давай, у нас нет времени, но давай запишем. Золотой. А что, давай ты так будешь пить теперь. Новое звучание Маркуса. Новое звучание. Открытие шансона. Да, да. Ну вот что, уже возраст уже. Слушай, ну действительно, буквально через 10 дней, 2 октября, Маркусу Риве исполняется 30. Три года. Ты же у нас весы. Слушай, мы же для тебя подготовили гороскоп на сегодняшний день. О, класс. Конечно. Серьезно, да, Юль, у нас есть гороскоп? Только правда. Прикольно, слушай. А что я об этом ничего не знаю? Причем у нас есть несколько гороскоп. Есть финансовый, есть любовный, есть просто базовый. Давай с базового начнем. В общем, сегодня самое время, пора самоопределяться, Маркус. Вот как раз-таки про шансон мы заговорили, пора решить, кто ты. Давай так, прям вот пройдемся по всем пунктикам. Значит так, пора осознать свой личностный потенциал весам сегодня, 23 сентября, и объективно оценить состояние здоровья. Что со здоровьем, Маркус, как дела? Нормально, да? Энергия, здоровья хватает. Да, все есть. Смотрели мы твой инстаграм, видели, что летом ты вновь попутешествовал немало, да? Чуть-чуть. О путешествиях попозже поговорим. Уточнить цель. Какая главная цель у нас на сегодняшний день у вас, Маркус? Новая музыка. Презентация. Да, конечно. Да. Сама спросила, Маркус. Сама ответила. Продолжайте, Юль, не останавливайтесь. Нам интересно вас слушать. Пора выяснить свои потребности. Какие потребности у Маркуса Рива? Чего хочется сегодня в понедельник больше всего? Хочется больше всего, чтобы все-таки было еще плюс 15, плюс 20 градусов. Тогда это не в Россию. Это В России где-то можно еще есть. Захватить. Ну, апрель не во сне, как у тебя это было, а чтобы вот на самом деле на календаре. Там 1 мая, например, шикарно было. Ну вот, это было бы идеально. Тебе надо записать вот такую песню. Открываю глаза в сентябре, а за окном апрель. Вот тебе и идея для нового хита. Спасибо. Маркус. И рядом «Пьяная голая». Два. Два. Четыре, да. Давайте сделаем небольшую паузу, друзья. 3-4 минуточки. Вернемся к вам и продолжим. Друзья, мы вернулись, и Маркус Рива у нас сегодня Маркус в гостях. Маркус Рива в гостях, телерадиоканал «Страна ФМ». Сегодня будем презентовать твой новый клип, новый трек «Пьяная голая». Попозже поговорим, как клип снимали. Обсудим же вот эту красотку Марта Никифорова, да, там девочка? О, да, прям вот так вот, да? Это девушка, которая в клипе снималась, да, насколько я понимаю? Да, 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 да. И вот прям очень-очень-очень ты ее хвалишь, я читала. Слушай, я предлагаю, давайте мы тогда посмотрим клип уже, чтобы было нам о чем говорить. Ну, мы-то видели, а люди, которые еще не видели клип, чтобы они понимали.
понимали, да, о ком мы говорим. Про лето мы хотели тебя спросить. Отлично. Оригинальный вопрос. Давай, Юля, продолжай, пожалуйста. Попробуй сам сформулировать, хорошо? Мы хотели спросить, ты же у нас был где-то примерно в мае, то есть прошло полгода. Да, в прошлый раз я... И сейчас у нас для тебя наша несуществующая рубрика, называется она «Доска почета». Что ты сделал этим летом? Я знаю, что ты сделал в прошлом лете. Слушай, мы что-то знаем, но у тебя Инстаграм такой, честно говоря, довольно секретненький, то есть ты показываешь только вот какой-то... Да, ладно. Честно говоря, мы бы хотели, чтобы там было больше публикаций. Да, вот тебе просто... А, побольше, да. Я просто стараюсь там очень странно понимать какой-то алгоритм и все остальное, и как, что сделать. Не понимаешь, просто размещай фотки и все. Наверное, так и надо. Я не знаю, какой алгоритм хочешь использовать ты, но я знаю, по крайней мере... чем ты думаешь, когда ведешь свой Инстаграм. В Инстаграме Маркуса Рива очень много красивого Маркуса и девочки. Вот если нужно с утра поднять настроение, я иногда вот так захожу. Честно говоря, вот раза три в неделю стабильно в твой Инстаграм. Вот так полистать, посмотреть, немножко замотивироваться и перестать есть как минимум, понимаешь? Нет, кушать надо всем. Слушай, ну я представляю вот сегодня, когда он сидит настоящий рядом. Что со мной будет завтра, да? Да, прилетит точно, мотивации хватит. Слушай, так о чем? По поводу лета, мы же знаем, ты всегда об этом говорил. У тебя же, ты же все время Америка, Европа, Рига, Москва, вот это все время перемещение бесконечное у тебя. Вот ты в таком же режиме до сих пор живешь? В принципе, да. Вот сейчас наконец-то приехал в Москву, потому что давно не был, по-моему, там месяц-полтора. Заметьте, месяц-полтора, это давно не было у вас в Москве. Как изменилась столица за это время? Ну, реально, вот в прошлый раз был плюс 30, опять мы про погоду, но все-таки так и есть. Был плюс 30, сейчас плюс 4 утром. Но так очень много сделал летом. Самый, наверное, такой яркий момент, это был «Алые паруса» в Питере, когда я там выступал. И это был, очень-очень такой яркий, и мне понравился. Это безумно. Же фестиваль, там что-то такое. Много всего красивого, да, очень, очень много народу, очень красиво. Я просто очень много слышал про «Алые паруса», но наконец-то сам приехал, выступал, и это был такой вау! Где еще обнаружила я Маркус Рива в Инстаграме? В Берлине я еще, на крыше. Ну, чуть-чуть, это так, на пару дней приехал. Просто прессиком так посвятил. Да. И потом, где я еще Украина. Был? Украина, я подсказываю. Да, спасибо. Вот. Там мы снимали передачу про путешественников. Ну, типа «Орел и Решка», что-то такого. Mm-hmm. Неужели я... Маркус Рива в роли ведущей проекта? Да, ведущего вот. Проекта? Ну, только одна эпизод. Там просто есть такой концепт «Звезды путешествуют». И вот дали мне одну неделю тоже быть в роли этого проекта. Нельзя говорить, да? Ты был миллионером или ты... Не, у нас не такой концепт, я просто вот тут борщ, да? Тут киевская котлетка и, ну, типа такого. Расскажи, как это делается за кадром? Ты вот когда, например, ведущий ест эту еду, тебе правда ее давали поесть или да, нет? Да, конечно, мы так... Я, в принципе, за эту неделю так много не кушал, как никогда. Ну, в Украине сам Бог велел, да? Ну, да, но зато это было вкусно, полезно. И самый интересный ресторан был в Львове, где... к тебе подходил шеф, и он типа с тобой типа общался, вот что ты любишь, что ты не кушаешь, ты много кушаешь, там ла-ла-ла, задавал вопрос, там просто нету меню, и он тебя там вот через 20 минут принесет то, что он типа придумал из-за того, что ты ему объяснил. А, то есть такой шеф-повар-психолог, да, который... Да. Очень интересный Кутузов концепт. Кутузов нахмурился. Да, блин, потому что оно звучит как издевательство с твоей стороны. Понимаешь, потому что мы встаем 4:30, а сейчас 10 утра, мы еще ничего практически не завтракали. Вот это вот. Извините, вот сейчас. Тяжело нам пройду слушать. У Кутузова просто эффект собаки Павлова. Услышал борщ, потекла слюна. Слюди выделяются сразу. Ну что, давайте прервемся уже. Может, перекусим. Печеньки есть там у нас. Друзья, небольшая пауза, и мы продолжим. Доброе утро. Плевать на любовь. Ну и мы вернулись. Доброе утро. Страна FM. Вот такой вот он дерзкий. Плевать ему на любовь. Маркус Рива встречает утро понедельника вместе с нами. Сегодня состоится грандиозная, эксклюзивнейшая премьера нового трека и клипа «Пьяная голая». Да. Или «Голая пьяная». «Пьяная голая». Вот ты пьешь мою кровь, потом «Пьяная голая». «Пьяная голая». И, кстати, зимой была еще песня «По венам алкоголь». Так о, что конечно, уже помню. Ипи такой нормальный. Что, типа... у тебя тренд такой пошел какой-то определенный. Хотя, я не особо много
употребляю алкоголь. Ну да, теперь вот... считай, мы тебе бы поверили после этих двух песен. Ага. Не, ну подожди, у тебя вот опять же, вернувшись к твоему инстаграму, тут сплошные эти протеиновые какие-то баночки, батончики. Ну да, вот надо промассировать, и как ты потом будешь там промассировать алкоголь. Ну да, но ты же за здоровый образ жизни, нет, конечно, правда. Да, потому что, ну, все-таки наше тело – это наш дом, и как можно сказать. Поэтому вот поменьше, поменьше такого плохие дела. Вот, кстати, Маркус, об образе жизни ты продолжаешь заниматься сейчас активно? Я продолжаю, да. Потому что мне показалось, я вот тоже вчера заглянул, мне показалось, что сейчас ты еще мышцы-то, конечно, поднабрал так основательно. Я думаю, что это уже все-таки возраст и как-то... Ну, я поменял чуть вид. Если ты третий раз скажешь, что у тебя все-таки возраст, я уйду от вас, Маркус. Нет, ребята, первый уйду я. Понятно, то есть я просто уйду навсегда отсюда. Добрый день всем, это ваш новый диджей Маркус Ривен. Что, хорошо получается, Юлька, пошли, все. Он, конечно, возрастной диджей, но терпите и любите таким, какой он есть. Дай, пожалуйста, лайфхак нашим слушателям и телезрителям, чем завтракает Маркус Ривен. Я завтракаю дома, когда я нахожусь, я люблю просто гранолу с миндальным молоком и добавить этот протеин. Сейчас Кутузов что-нибудь скажет. Где сосиски с яичницей? Вот это все я не могу понять. Это тоже хорошо, но все-таки там надо чуть побольше заморачиваться. А так ты просто за 30 секунд можешь сделать себе завтрак. Дело в том, что у Влада аллергия на слово гранола. Он несколько лет не понимал, что это такое. Ну так служилось. Сейчас сделал тебе все такие интересные гранолы, которые не особо сладкие, там не особо много сахара, но все равно вкусные. Овсянку. Я тебя привезу в следующий раз. Я тебя ловлю на стой. Из Латвии, настоящий. Слушайте, я полез, короче, давайте паузу сделаем. Я полез в интернет смотреть там. Да ты слюну полез вчера. Скоро вернемся, друзья, добрую. Первый и единственный в России. Самый яркий. Самый музыкальный. Телерадиоканал «Страна FM». Один. На всю страну. Ну, мы в эфире, ребята, уже. Доброе давай, утро. Заходим, вот сейчас Маркус Рива. Доброе утро. Привет, Маркус доброе утро всем. Сегодня встречает утро вместе с вами. И клип будет презентовать через несколько минут. И делится своими лайфхаками, как можно побывать на концерте Эда Ширана, не заплатив за это ни копейки. Да, вот потратил приз. Все деньги за что-то другое, за новый клип и новые песни. И поэтому не хватало, чтобы сходить на концерт Эда Ширана. Но дело в том, что я в Риге живу недалеко от эту площадку, где был этим летом концерт Эда Ширана, и это как раз был день, когда он выпустил свой новый альбом, который мне тоже нравится, очень интересный, и просто я открыл окно и так послушал. Короче говоря, давай по-русски говорить. Форточку ты послушал Эда Ширана, да? Слушай, а удобно так жить, да? Каждый день открываешь окно, а каждый день новый концерт. И саму картину ты можешь просто сходить в Инстаграм, посмотреть, как он выглядит, как сцена, и все. Ну, типа... И все доступно. Как ты оценил выступление Эда Ширана в Латвии? Отлично, да. Очень хорошо. Много народ тоже было. И мне понравилось. Вообще, я раньше вот тоже не понимал феномена Эда Ширана. Хотя я до сих пор не там самый большой фанат, но мне нравится. Нравится что, то, что он делает, как он пишет песни. И не только для себя, а тоже для других артистов. И вот, да. И, конечно, потом в Ригу приехал тоже Рамштайн. Но, слава богу, у меня тогда был запись телешоу X-Factor, и я просто приехал вечером домой, и тогда я не смог заехать у себя дома, потому что там была закрыта улица, и все такие в черных костюмах, там, шайса. Айцвадрой! Мне было так страшно, типа, мне казалось, очень агрессивно. Но Рамштайн — это не твоя тема. Не, если у меня было время... Возможность... Но форточку ты закрыл. Я бы открыл и послушал тоже Рамштайн, так что почему нет? Слушай, ну вот, кстати, почему вот буквально пару предложений. Вот как ты думаешь, почему такой успех у Ширана? Ведь человек выходит фактически с гитарой, без, декораций, без всего вообще, и 100 тысяч рвет просто стадион, да, легко? Ну, да, вот сейчас. Ну, это да. Ну, я думаю, что. И самое интересное, извини, пожалуйста, он ведь если на него сначала посмотреть, ты никогда не скажешь, ну сейчас мы знаем, да, но никогда не скажешь, что это артист. Но какой-то, там-то да? И фишка, то, что такой, он вот такой нелепый необычный. Какой-то рыжий, да, человек, да, в очках необычный. Таких смешных, да, совершенно не артистической внешности у него. Мне кажется, там-то и есть этот успех, что он такой необычный, он все равно пишет
классные хитовые песни и поют отлично. И то, что он только с гитару может собрать стадионы, это круто. Ну, очень много, да, людей пришло на него очень, в Латвии? Там, ну, а Рамштайн, вот для сравнения, тоже же, наверное, Рамштайн там вообще что-то невероятное было. Там даже из Германии приехали фанаты, которые не смогли попасть на концерт в Германии, потому что это сразу там sold out. Ага. Скажи, пожалуйста, а много ли людей было на фестивале Лаймы в Юрмале, где ты тоже выступал? Лайма Вайкуль, я имею в виду. Да, каждый год, ну, уже пятый раз происходит этот фестиваль Лайма Вайкуль Рандеву, и в этом году тоже как раз было очень много народа, и я сам выступал, и там классная атмосфера, очень много думают, что это новая волна, типа опять что-то такого, но это не то, там все равно чуть другой концепт, там нету конкурса, там просто очень разные артисты встречаются на этот рандеву, и там ты никогда не знаешь, какие артисты будет в одному вечером, там может быть там Макс Барских, там не знаю, поп-рок, там что-то вообще очень такой интеллигентный. Там, но это не опера. Соревнование, да? Там нет мест первое, второе, третье? Нет, да, этого не нет. Там, просто там, как большой концерт, да? Да, такой? Там реально в этом году там выступала Мару, и все были на паузу. Просто это тоже аудитория, там не только молодежь, там тоже такие взрослые люди. И я думал, что они после Мару были на паузу. А потом выходит, не знаю, какая-то оперная певица и поют совсем что-то другое. Поэтому есть такой контраст. Сама Лайма выступает? Сама Лайма, конечно, очень много. И очень по-разному тоже. Она иногда делает какие-то необычные дуэты, с кем-то споет что-то новое. Поэтому... Но это все в Юрмале, да? Это в Дзинтере, да. И погода была отличная. Но гостиницы также заполнены, вот как в эпоху новой волны, когда было не купить и не пробиться там билеты. Абсолютно. Там и самое важное то, что не только фестиваль Лайма Вайкуль Рандеву, там каждый день есть какой-то концерт, и из России очень много тоже артистов приезжает, и классические фестивали, концерты происходят, поэтому очень активная и такой культурная жизнь, так что Юрмала в следующем году надо приехать. За собой, надо да, вот приехать. Вот. Маркус, напомни, пожалуйста, как называется вот эта улица центральная в Юрмале, вдоль побережья. Да. Не упали ли цены там на недвижимость? Потому что когда я был, там было все немыслимо дорого просто. Я думаю, что сейчас даже дороже. Как-то мне очень, не знаешь, хотелось бы... Интересный факт из вашей биографии. Как один из вариантов. Я не знаю. Там очень хорошо. Я думаю, что сейчас даже дороже. Да блин, зачем я спросил, расстроил меня тут. Мне главное, чтобы там на побережье сохранился ресторанчик, где я ем вот этот жареный бородинский хлеб с яйцом, с килькой, вот эти вот бутерброды. Да, такое есть, такое есть. Да, с видом на море. Очень мне нравится атмосфера. Я, кстати, была в конце сентября, было холодно, но при этом все равно круто. Мне кажется, раз в жизни в Юрмале надо обязательно побывать. Абсолютно. Приезжайте. А мы так вот как-то плавненько, да, вот сейчас должны вот подходить к главному же событию нашего. Но мы же говорим там о еде, мы говорим там вот о Лайме, поговорили о Ширине, поговорили, даже про Рамштайн мы вспомнили. Да. Но мы же должны про знаменитую, про знаменитую форточку Маркусова в его окне тоже мы вспомнили, через который можно слушать концерты любые практически. Давайте уже переходить потихонечку к премьере. Могу арендовать в своей квартире, если что. О, еще один вот вариант. Это заявление. Вот когда будет концерт, приезжайте. А вот если возьмем и приедем, Марк, что ты будешь делать? Дзынь-дзынь. Дзынь-дзынь, вот. Гости из Москвы. Номер 32. Звоните. Ты сейчас полностью хочешь нам сообщить адрес вообще в эфире? Ну, я думаю, что все уже знают. Если хочешь, тогда в Google можно найти, по-моему. Влад меня знает. Я авантюристка страшная, Маркус. Я ведь могу приехать, понимаешь? Ну вот. Главное, что я был дома. Но не раньше, чем в Москве. Я так думаю. Ну, когда потихонечку потеплее станет. Ну, наверное, да. Давайте уже начнем. Давайте, так, премьер. Итак, песня «Пьяная голая». Да. Мы хотим знать об этом клипе все, где снимали, кто... Об этой прекрасной девушке по имени Марта. Сколько ты денег потратил на этот клип? Но сейчас не все. Ну, вот давай так, вот все. Сейчас преамбула, потом смотрим клип, и уже все самые такие смачные подробности обсудим позже. Итак, вот клип вот только вышел. Только вышел. Три недели назад снимали в Риге, в Латвии. Не только в Риге, тоже там есть Юрм. Ну, не Юрм, а
там другая часть это берега, которая у нас есть. Дома решил, да? Не, не вот эти Лос-Анджелесы твои, вот эти не, вот разные. Я думаю, что... Вот эти вот понты и все, ну, не надо, пусть да? Для кого-то другого и другой раз, может быть. Но, uh-huh. но тут просто хотел создать эту атмосферу, которая есть в песне. Такая романтичная, чуть... Не то, что эротичная, но просто такая... Просто я думаю, что очень много понимает, о чем песня, когда, если они сейчас будут первый раз слышать, я думаю, что они когда-нибудь почувствовали что-то такого, такие ощущения, которые есть в этом песне. Ты сам эти ощущения, которые описываешь в своей песне, почувствовал, разумеется? Да, конечно, поэтому, поэтому и есть такие песни, и всегда пою так... о том, что я сам чувствовал и даже сам участвовал в процессе создания песни. В общем, мы сейчас всей страной погрузились в ощущения, в чувства и в эмоции Маркуса Ривы. И давайте уже, наконец, посмотрим клип и послушаем песню, которая называется «Маркуса». «Пьяная голая». Премьера на «Страна FM». Поехали, друзья, будем смотреть. Слушайте еще раз Маркус Рива, который у нас сегодня в гостях. Вот он рядом с нами сидит. И прямо сейчас «Пьяная голая» на телерадиоканале «Страна FM». Страна, это свершилось. Только что в прямом эфире телерадиоканала «Страна FM» состоялась премьера нового Ура! Клипа, нового трека Маркуса Ривы «Пьяная голая». Мы тебя поздравляем. Спасибо большое. Достойнейшая спасибо. Работа. Очень модный спасибо. Видеоряд. Действительно классный клип. И вот теперь, когда мы посмотрели, мы можем уже обсудить, кто голый, почему не пьяный, стеснение пропало, градус чем был повышен. Давай вот да, обо абсолютно. Всем. Да, по порядку. Ты нам кое-что за кадром уже успел рассказать. Вот теперь мы ее увидели, наконец-то, воочию. Марта Никифорова, она модель из Латвии, да? Ну да, да. Я до этого мы как-то не были знакомы, а вот познакомились прямо на площадке. Ну слушай, мы вот не совсем знаем, это известная личность вообще в своем деле, в своем бизнесе? Или... Наверное, не особо, она, ну типа... Ну теперь уже да. Теперь уже да, да. Я думаю, что точно. Сложно ли было вот модель латвийскую уговорить раздеться? Просто это было тоже в последний момент, как-то все так, как-то я написал очень поздно и типа рассказал чуть-чуть про идею клипа и что будет, она просто, ну, сказала, что да, я могу и все, снимаемся, и потом, когда она приехала, тогда она уже поняла, на чем она согласилась, но потом она написала, да, когда уже клип вышел, она сказала, что понравился клип. И, конечно, я там очень голый. Но ей понравился. Не, ну ты деликатно все сделала. Оно как-то все у вас... Главное, чтобы эстетично было все. Эстетично. Кадры хоум-видео, несмотря на то, что здесь переплетаются как бы с реальностью там какие-то воспоминания, да, пьяные, а голые там... Ну да, алкоголь вот я не хотел показать, так пусть это будет пьяная от любви. Да, мы, конечно, чуть-чуть такого, ну вот более серьезного трэша каждая. Голые тоже от любви тогда, я так понимаю, правильно же? А как иначе? Ну, вот это надо другой альтернативной версии сделать, может быть, танцевальный ремикс. И вот и там уже больше такое. Не голый, а пьяный. Ну, и голый, может быть, тоже. Ну, и без, ну Катя, да, куда без да, голой, вот. Да. Можно да. такое в стиле Comedy Woman, что такого. Много голых и много пьяных. Ну, такое, да? типа, с кетчами там всякие смешные. Такая, может быть, свадьба. Да, 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 да что-то такое. Все да. разделись. А, мы снова куда не пожелал. Мне сейчас интересно, куда зайдет ваш разговор в итоге все-таки. До чего вы договоритесь? Куда надо, Влад, туда и зайдет. Главный роль, может быть, да. Слушай, вот на вот голое мы, конечно, с тобой подумаем. Ну да, главное, чтобы прилично все. А вот пьяная, вот какая-то такая вот шебутная. Да. Настоящая русская баба, вот. Это я могу. Да? Юр, мы с удовольствием посмотрим этот клип обязательно. Я даже за премьерию вот здесь премьер. Вот в эфире. Да. Будем ждать. Даже отпустишь меня на недельку в Латвию. Неожиданно родилась коллаборация такая. Слушай, вот по поводу локации я тебе говорил, в комментах обнаружил, тоже люди спрашивают, говорят, похоже на Москва-Сити. Вот где на высоте там, да, вот все это за стеклом снимается, это же все все-таки Рига была. Да, это все-таки центр города, но такая новая часть. И две башни,
такие особенно высокие башни, которые самые, самые высокие сейчас. И построили их недавно, потому что я понимаю, что да, люди, которые были там давно, их еще не было просто где-то, тогда в то время. По-моему, 4-5 лет назад они начинали сделать. Но до сих пор там еще закрыто, и совсем скоро будет открыто и доступно. Там можно жить и потом сходить в ресторан. Так что... Это что будет, Рига-сити? Думаю, что нет. Это там только пока такие две башни. Ну все, всегда с двух башен начинается. Москва не сразу строилась тоже, Маркус. Да, да, да. Но я думаю, что там не будет так масштабно, как Москва-Сити, но посмотрим. Слушай, ну я хочу сказать, что у меня огромное количество друзей летают вот в Ригу на уикенд, и сейчас для вот пары дней, для выходного дня, для романтик какой-то тревел. Это очень популярное место. Ну вот твой родной город. Очень близко и быстро, то, что тоже очень много думают, что, типа, это Рига далеко, но это час-полтора лететь, да. И каждый день есть, да, 10 рейсов. Маркус, скажи нам, пожалуйста, такой глупый вопрос, ну, правда, интересно, на самом деле. Вот у нас сегодня плюс 5 в Москве, да. Ну, где-то плюс 6, может, в Риге там какая погода сейчас? Чуть-чуть, может быть, плюс 7, что-то такое. Чуть теплее. Ты расстроился. Я думал, что намного примерно то же самое. Ну, не, мы же близко. Очень близко, поэтому вот я думаю, что нет, это такая большая разница. Опять же, Балтика рядом, да. Да. Маркус, у нас остается буквально вот считанные секунды. Мы, во-первых, тебя еще раз поздравляем с выходом твоего нового клипа. Спасибо. «Пьяная голая». Пусть максимальное количество людей во всем мире посмотрит твою новую работу. И, кстати, спасибо, что ты пришел сегодня к нам именно с этим клипом. Это замечательно. Тебе за это большое спасибо. Мы рады тебя видеть тоже. И спасибо за поддержку. Все твои эксклюзивные премьеры только в эфире телерадиоканала «Страна FM», чтобы так было всегда. И новый клип. «Пьяная голая» ремикс. Ремикс ждем. Главная роль с Юлией Егоровой. Ну, что может быть. Друзья, Маркус Рива у нас был в гостях. Маркус, еще раз огромное спасибо. Ну и мы с вами тоже прощаемся до завтра, до 7 часов утра. Юлия Егорова. Влад Кутузов. Пока и до завтра. Счастливо. Пока-пока.